Всем привет, это Волк-одиночка, и вот тут у нас выброс происходит. Я думал, сейчас не буду еще записывать, там сбегаю, возьму оружие, все, отнесу его, а тут выброс, думаю, дай-ка запишу. Так, тайников тут много появилось. Вот я тут в тайнике взял артефакт лунный свет. Хорошенький оказывается он тут. Странно, тут непонятно, то ли выброс прошел, то ли он был уже. Ой, то ли он сейчас будет. Походу прошел. Я вроде игру выключал. Деньжатами тут обжился. Нормально так. Ладно, тогда сейчас бегаю на блокпост. Надо только какое-нибудь оружие запросить, вот это, наверное. Вы профессор, понимаете? Я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится. Будто меня на заброшенной атомной станции окружают. Так. Теперь схожу на блокпост. Да не брала твои гитары. Ух ты же. Ты смотри, как он живучий, мне все бы ему его высадил. Так. Думаю, там никого нет. Уже 6 часов вечера, а мы так без ПНВ. Да, я увеличил еще немножко яркость, гамму, то есть, чтобы вам было что-то видно, а то, когда фраб записывает, там темнее. Ну, за настройок монитора, конечно, мне видно все хорошо, а вам чуть хуже. В общем, сейчас все нормально будет. Так, он... О! Куда они тут появляются, блин? Респуются прям на глазах, считай. Здесь я забрал. Так, ну ладно, все что ли получается, а вот еще. Вот. Так, ну все вроде бы. Ага, вес уже больше. Как-то мне что-то положить надо. Чуть в аномалию не влетел. Да, как видите, у нас похождение по кордону очень долгое время занимает. Тут много интересного нового. Старого. Монолит. Наш ходит. Бандюганы. Итак. Не туда зашел. Так, мне нужна работа. Ничего нету. Так, ну ладно. Неплохо. Хороший вот. Товар. 170 тысяч. Ну вообще. Так, куплю вот этот детектор, самый лучший пусть. Неплохо. Будет. Хороший товар. Вот мне комбинезончик бы какой-нибудь. Хотя бы этот. Или вот. Чтобы с ночным видением только было, и всё.
Вот так Ладно, бы всегда. что-то тут подлагивает. Чувствую, сейчас надо будет на другой же скрипт записывать. Хотя нет, прекратилось. Видно, это только в ассортименте у Сидоровича. Так, веса сразу прибавилось хорошенько так. Ты ствол-то убери. Да, ты не ссы. Ага, еще ему надо выполнить. Нет, все-таки надо записывать на другой жесткий диск. Или нет? Не знаю, из-за чего лагает. Так, тут у меня тоже много всего. Так, ладно, выложу опять это все. Сейчас на ферму надо будет сбегать, быстренько убить там всех, прийти забрать. Да сколько-то надо здесь оставить, сколько-нибудь. Так, ладно, я все-таки сейчас продолжу другой день записывать. Всем пока.